Прокатиться на тракторе, оседлать квадроцикл, освоить автопогрузчик. Каждый, кто пришел на открытие мотосезона в автошколе «Орлан», смог попробовать проехаться на любой технике. Сегодня мы проводим впервые в городе Щелково мероприятие под названием «Мотосезон». На данном празднике мы сегодня покажем, как управлять мототранспортной техникой, насколько она опасна, но наши специалисты, мастера своего дела, инструктора расскажут, покажут и научат за кратчайшие сроки управлять мототехникой, начиная от мотоцикла и заканчивая багги. Открытие мотосезона – это и день открытых дверей автошколы «Орлан», ведь многие гости – потенциальные автолюбители или даже профессионалы. Возможно, у кого-то возникло желание научиться водить автобус или, почему бы и нет, даже трактор. Самым юным гостям на мероприятии скучать также не пришлось. Для начинающих водителей инструкторы «Орлана» подготовили настоящий квадро- и мотодень. В целом, впечатление от автопраздника у всех от мала до велика осталось яркое и позитивное. Вам понравилось? Мне очень понравилось это мероприятие. Очень классно, что такие мероприятия проводятся. Инструктора очень доброжелательные. Мне понравилось, как они работают с людьми. На тракторе я первый раз тоже. И это действительно очень интересный экспириенс. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.